надеются, что в монастырях монахи, вот я была на Каневце, все такие серьезные, солидные мужчины монахи, вот мне кажется, что они должны знать истину. Ну, если они действительно настоящие там отшельники, а таких очень мало, к сожалению. Монастыри всегда испокон веков предназначались для тех, кто не в состоянии содержать был семью. На голову больной, калека какой-то или еще что-то. Их отправляли в монастырь. Потому что в обществе он был ненужным человеком, а в монастыре самое место таким людям. Манас – ум, тырить – это прятать, воровать. Так же, у кого спрятан ум, тому место в монастыре. Настоящий мужчина не должен находиться в монастыре. Просто так? Там камень священный стоит на острове. Ну и что? Ну я понадеялась, думаю, вдруг они...